Всем привет, у нас новые задания, и нам нужно поставить навыки, которые нас защитят от оглушения медведя, и навыки на факел, потому что нам нужно нанести 400 урона. Вот такой я с собой набор взял, хотя хватит и одного факела. Зарядил я круговой удар и мощный, но по честности они особого эффекта не дали. Плюс я взял броню и клеймор для медведя. Я сначала подумал, что круговой удар будет работать на этих мобов и засчитается урон, но нет. Он не сработал, и я просто забил. Плюсом появилась Аиса, но с ней потом разберусь. Главное убить монстров не по одному, а постоянно их подзывать к себе, чтобы за ними не бегать и не терять времени. Пока я искал медведя на трех и двух черепах, мне выпала особь своры, которую я потестировал, посмотрел ее. Видео в Дискорде. В общем, этого медведя я нашел на двух черепах спустя несколько локаций. И он был прямо с краю. Я его увидел, прям как только на него зашел. Потом перезашел на эту локацию и уже собрался. У него достаточно много хп, и он может застанить прям кучу раз просто. Очень хороший лут с него выпал, 11 овса, это получается можно парочку убить и уже нафармить целый стак или даже больше. Очень неплохой лут, поэтому могу посоветовать на них охотиться. Ну и вот встретил еще одного медведя, и я думаю, на этом все. Всем пока.